Hey, what's up, ребят? В этом видео мы решили поиграть в экстремальные прятки в школе. Стекло не попадет. И прятаться мы будем по традиции от охраны. Чтобы победить, нам потребуется выполнить необычные задания и покинуть школу. Мое задание называется «Хулиган», и мне нужно разрисовать 5 школьных досок всякими разными рисунками. Ну, блин, это легкое задание, и знаете, что мне еще дали к заданию? Вот эти вот мелочки. Буду рисовать там всякие хулиганские штуки. Все, я погнал искать первый кабинетик. Всем привет, с вами профессор Даниэль, и сегодня мы будем играть в прятки в школе от охраны. Что, не узнали? Это же я. Даня! Просто у меня задание, ребята, химик. Мне надо, короче, делать каких-то 2 химических опыта и снять это на телефон. Я не знаю, у меня получится, не получится. Еще совсем забыл сказать то, что у нас каждому заданию дается свой предмет, и у меня задание звучит так. Сумасшедший геймер, найди провод для своей PS4 и построй дом в Майнкрафте. Прикиньте, мне надо построить дом из Майнкрафта в кабинете директора. Что? Мне кажется, самое сложное задание выпало. Кстати, PS-ка у меня лежит здесь. И мне надо еще найти провод. HDMI. Они обычно, знаете, торчат во всяких телеках. Надо где-то телек найти и украсть его. Да. Время ушло. Отправляемся на поиск. Прикиньте, прямо посреди этой школы стоит такой вот теннисный стол. Вот бы мне такое, когда я учился в школе, потому что я бы мог просто выходить на переменах и играть в теннис и расслабляться. Ребят, я узнал, что в этой школе есть 2 кабинета химии, и сейчас мы направляемся к одному из них. Я там сделал свой первый опыт и сниму его на телефон. А ребят, кто еще не знал, то что я школьник, ребят, кто тоже школьник, ставьте лайк и посмотрим, сколько нас школьников. Ладно, давайте теперь в этот кабинет зайдем, надеюсь, там никого не будет, а то будет не очень прикольно. А вдруг там охранники еще? Ладно, все, заходим. Блин, смотрите, как тут тоже клево. Я в шоке просто, ребята, вы учитесь, где у вас есть диваны? Вы можете просто отдыхать, ложиться прямо на перемене и расслабляться. А у нас такого не было. Ух ты, знаете, что я нашел? Самый любимый кабинет. Это вот спортивный зал. И там уже кто-то. О, Даня. А чего ты в темноте бьешь грушу? Потому что я думаю, что это охранники, я их уничтожаю. Ребят, в этой школе есть офигенный спортивный зал. Тут есть груши. Вот в какой-нибудь школе видели груши, которые можно вот так... Так, Даня, ну-ка сними, как я сейчас пробью охране, да, если... Сейчас такой тут пробьет охраннику. Если охранник вдруг тебя смотрит. Ну, Даня, в шоке, как в прошлый раз. Знаешь, что я не сделаю? Давай. О-хо-хо-хо! Вот это ты уничтожитель! Знаешь, что я не смотри? О, можно... Кольцо. Можно побросать, получается, что, да? О, давай! Так, я, кажется, слышу Даника. A person who thinks all the time. О, привет! А вы что тут делаете? Мы? Нет, стоп, мне кажется... Пацаны, тихо, вы очень сильно шумите. Я вас услышал за квартал целый. А какие, кстати, у вас задания? Мне, короче, надо сделать 2 химических опыта и снять это на телефон. Да? А мне нужно разрисовать 5 досок хулиганскими рисунками. Ну, а мне надо, прикиньте, поиграть в кабинете директора в Майнкрафт и построить дом. А вы не видели, кстати, кабинет директора? Нет, не видел, смотри. Не, я тоже не видел. Я тоже не могу найти. А еще не могу найти провод. Тогда останусь здесь, ты даст по камерам. Хорошо, я пойду смотрю левую сетку. Давай. Ладно, пацаны, я пошел. Удачи вам. Давай, вы когда-нибудь видели, как химик танцует флекс? Ладно, сейчас пошел. Все, Данек, пока. Пока. Ребята, я в шоке. Третий кабинет и третий диван. Тут, походу, реально в каждом кабинете есть диваны. А еще, ребята, прикиньте, мы снимаем прятки в школе. Я думаю, это заслуживает просто кучу лайков. Я даже поставлю вот сюда и расскажу почему. Потому что, знаете, школа — это такое место, где сложно реально договориться. Тут все боятся за все. Но эта школа нам дала такую возможность снять для вас прятки. И вы должны просто показать своими лайками, насколько мы крутые, чтобы они понимали то, что они это сделали не зря. Во-вторых, это прятки с охраной, как вы и любите. И это было тоже очень сложно и страшно. Кто не попал? В кабинете даже негде спрятаться. Под столом у учителя очень куча всяких непонятных коробок. Ребята, походу, здесь еще учатся ученики в школе. А мы играем в прятки. Вы представляете, еще даже не все ушли домой, и мы здесь бегаем и прыгаем с пацанами. Я уже слышал какие-то здесь звуки. Ну, не этой флейты, а охраны. Надо быть осторожней.
Так, ну вообще надо бы найти про... Опа! Такой современный телек. Я подумал, это HDMI, но это не HDMI, потому что HDMI меньше. Да мне опять не повезло. Так, знаете что? Давайте испортим что-то. Ну, кто вообще в школе не портит ничего? Упс, это не я. Блин, ну на самом деле в школе я вообще не был 2 года. Ух ты, здесь экран! Вижу жёлтого, начинаю погоню. Ребята, если я сейчас погоню, будет наконец. Знаете, в медпункте очень... Это смысл? Я ничего не понял. Вот по школе бегать я умею. Как Соник. Так. А куда мне надо идти? Так, аккуратно, брат. Тихо-тихо-тихо. Ребята, меня походу пронесло только что. Блин, давно я по школе не бегал. Ох, ну вот это меня и принесло. Ладно, я хотя бы зайду в первый кабинет, разрисую первую доску. Так, ребята, я все нашел в этой лаборантской, и теперь нам надо будет смешивать все вот эти вот ингредиенты, которые вы видите сейчас на столе. Ребята, нам нужна для начала бутылочка и перекись водорода 12%. Так. Теперь нам нужно, ребята, это перемешать, как настоящие химики. Дальше нам нужна тарелочка, и надо весь пакетик дрожжей высыпать в эту тарелочку. Ого. И чуть-чуть воды. Так, ребята, смотрите, мой шедевр закончен. Это специально для охранника, который меня догонял. Идем дальше. Нам нужна вороночка обязательно, чтобы здесь все дрожжи попали. Самое главное, поставить телефон. Теперь момент истины. Надеюсь, у нас все получится. Раз, два, три. Так, все. То, что я прям ожидал, но все равно. Офигеть, не зря я перчатки надел, ребят. Кто будет тоже делать эту штуку, одевайте перчатки. Я выполнил первое задание, тут как-то стемнело даже. На самом деле было бы так прикольно спрятаться в какой-нибудь такой шахте, знаете. Тихо-тихо-тихо. Оказалось, там была рация. Его здесь нет, он ушел, но я иду по следу. Блин, Даня до сих пор в спортзале эту грушу пьет бедную или что? Заходи с обратной стороны. Понял, выдвигаюсь. Ух ты, ребят, я опять на этого же чувака наткнулся. Все, если он меня сейчас найдет, здесь мне конец. Я походу в засаде. Ладно, ребят, я тут уже убрал. Я остался один в классе. И я тут такой подумал, зачем мне куда-то идти, если в этом классе никого нет, сюда никто не заходит. Это логично, что я могу здесь остаться, и меня никто не словит. Закинул ногу на парту, я такой крутой здесь. Ах, кайф. Ладно, буду бежать. Все, походу я проиграл. Я не успел даже 2 доски разукрасить. И уже проигрываю. Надо что-то делать. Я уже слышу, как хлопаются двери. Они где-то здесь, ребята, идут. Надо что-то срочно придумать. Надо набрать Лехи или Дани, чтобы они мне помогли как-то. Вахта, это вахта. Так, смотрите, здесь очень много всяких ключей, и мне надо от кабинета директора. Но я вижу английский язык, английский. Кто-то мне звонит, но тут не в общем. Стас звонит, ну как всегда, Стас как всегда. Алло, Лех? Срочно нужна помощь, я в засаде на 2-м этаже. Я только 1 доску раскрасил, у меня уже 2. Стас, у меня нет времени, я ищу ключ. И вообще это сражение. Так что... А вы, ребята, надеюсь, ну, не будете обижаться. Стас, прости, пожалуйста. Я тебе буду должен, если поможешь. Все, давай, братан, я в тебя верю. А, ладно, как-нибудь выучу. Но, походу, я проиграл, потому что мне нельзя выходить, я не выполнил все задания. Сядем под стол и будем здесь сидеть. А я зато нашел, смотрите, ключ от директора. Директор. Ребята, вы просто понимаете, у меня сейчас есть ключ от кабинета директора. Вот у вас был когда-нибудь ключ от кабинета директора, а у меня есть. Так, ну и где же ты? Может быть, здесь? Ничего, я тебя найду костюмы. Где же ты? Хорошо, жду. Блин, вообще напишите, в каком вы классе учитесь, потому что реально очень интересно, в каком классе учатся наши ребята. Вот я, например, кто не знал, я в 9 классе, ребят. Вот так вот и живем. 9 класс. Ну что, если никого нет, там смотрел. Ребята, мне уже очень близко. Все, походу, меня нашли. Может, в шкафу? Была, не была. А зачем я это делаю вообще? А, чтобы Стасу помочь, срочно. Блин, нет!
тяжело это позвенело-то. Что здесь произошло? Кто-то здесь был, нажимал кнопку звонка. Ты иди прыгай туда, а я посмотрю по камерам. Хорошо, я пошел. Надеюсь, это Стасу помогло. Больно. Ребят, я так понял, что я чуть-чуть засиделся, и надо погнали уже выполнять второе химическое наше задание. А то так можно и проиграть. Ребят, вы слышали, это был звонок на урок. И походу они ушли. Меня пронесло, меня звонок спас. О, блин. Ну теперь первым делом, что я здесь делаю, это... Разрисую всю доску, ребят, потому что мне опять повезло в пятках. Так, ребят, знаете, что я нарисую на этой доске? Я нарисую лайф, потому что мне первый раз школа помогла в жизни. Знаете чем? Вот этим звонком. Благодаря ему меня не нашли, поэтому рисую огромный лайф. Кто-то звонит. Это Леша звонит. Алло? Это ты звонок вызвал? О, Леха, спасибо большое, я, короче, твой должник теперь. Все, давай, пока. Ребят, я только что открыл кабинет. И это кабинет директора. Закрыться. Так, все, эту доску мы тоже разрисовали. И напишите в комментариях, на кого похож этот чувачок. Из какой он игры. Ладно, пойдем разрисовывать другие доски, только теперь мы будем делать это тише в миллион раз. Опа, смотрите, что у него есть. Опять я издал звук, не хотя этого. Еще один плюс, еще один кабинет, только это, походу, кабинет музыки. И сейчас мы разрисуем доску здесь. Оба. Блин, на самом деле уже сложно рисовать на третьей доске или четвертой. О, привет. Как дела? Нормально, ты что тут делаешь? Я разрисовываю, выполняю задание. Помоги мне, если хочешь. Давай. Стас, может быть, нарисуем огромную кнопку подписаться? И нажмем потом на него так. Бах. Хорошая идея. Давай. Анбоксинг рюкзака, вот эсочка, джойстик и все. Блин, я не подумал, мне же нужен был шнур, а тут нет? Как? Кабинет директора и нету шнура, я снимаю. Ладно, надо найти, значит, какой-нибудь кабинет, а лучше кабинет информатики, где я по-любому найду HDMI. Так, ладно, оставлю тогда все тут, потому что сюда все равно никто не придет. Все, давай, жми на кнопку, Даня. Ладно, все, мы нажимали на эту кнопку подписаться. Теперь, ладно, Стас, мне кажется, нам придется разделиться с тобой. Да, пока, братан. Как мужчина. Давай, иди первый только. В прошлый раз мы же меня нашли первого. В этот раз меня найдут последнего, понял? Все, я пошел. Здесь надо аккуратно пройти. Так, на лестнице вроде бы никого нет. Здесь никого нет. Мне кажется, где-то здесь должен быть второй кабинет химии. Вот прям чуечка такая, чуечка. Короче, ребята, я переодену эту кофту полностью на себя. И, возможно, это будет путать охрану теперь. Так, какая-то дверь. Смотрите. Да, джекпот, я нашел второй кабинет химии. Лаборантская тоже есть, все. Так, второй эксперимент, надо найти второй эксперимент. Так, мне надо срочно найти. HDMI, может быть, скорее? Я уже пацанов, потому что давно не видел, и есть возможность, что их уже просто-напросто всех поймали. Так, ребят, я нашел второй эксперимент, и он вообще легкий, но если пенопласта не будет, то этот эксперимент не получится. Так что погнали опять в лаборантскую, найдем пенопласт, кое-что еще, это по-любому химица должна быть, и сделаем еще один эксперимент, и я могу выходить из этой школы и идти домой, и побеждать. Ребят, смотрите, что я нашел в кабинет директора. Ребята, я нашел открытый кабинет директора. Прикольно. Все, ребят, я все нашел, но даже лучше. Я нашел пенопласт, я нашел нож и вырезал из него такой вот крутой меч. Смотрите, нам нужен ацетон. Аккуратно, с ацетоном это не игрушка. Здесь лежит плойка. А, точно, это же Лехина задание. Поиграть плойку в кабинете директора. Прикольно, он что, чего, он уже поиграл и выиграл, походу? Не буду мешать его заданию, пойду выполнять свое. У меня осталось два кабинета. Теперь узрите магию. Смотрите, какой маленький стал. Осталась последняя ручка и чуть-чуть лезвие. Вы больше его не увидите никогда. Я сделал все эксперименты, снял на телефон, ребят. Теперь я могу уходить с этой школы. И все будет хорошо. Так. Ой, еще один какой-то кабинет. Так. Это кабинет информатики. Прямо то, что мне надо. Ай, блин, не подходит же. Нет. А куда дальше спрятаться? О, балкончик какой-то. Так, я тебя видел, выходи, кто бы ты ни был. Мне кажется, он здесь. Давай посмотрим. Может, пойдем в комнату? Опачки, ключик. Опа. Так, ну что, тут спрятать? Я так, главное. Не просто, на маленькой, просто, смотрите, высоте. И они
прямо сейчас здесь. И наш оператор ловит, смотрите, ходит, снимает их. Блин, страшно, еще очень холодно. Я 100% слышал, как работает. Ты движешься, да? Я точно видел какой-то свет, может он перебежал в ту комнату. Пойдем посмотрим туда. Давай пойдем посмотрим. Так, ребята, я что-то слышал какие-то голоса. Странный охранник. Что это за комната темная очень? Лучше закрыть за собой двери. Так, ну тут типа ничего такого нету. Так, тут есть пианино, но на нем я играть не буду. Ладно, погнали отсюда нафиг. Если меня тут зажмут, меня зажмут. О, там же другой проход есть, может я там могу выйти? Вот он. Мне кажется, что он где-то здесь. Сейчас посмотрю. Посмотри, проверьте все досконально, чтобы мы не смогли его пропустить никак. Наверное, чисто, да? Никого нет. Пойдем нет? дальше. Пойдем дальше, проверим. Аккуратненько вернемся. Фу. Ладно, теперь мне надо найти только HDMI. Так, обычно HDMI в компьютерах и экранах. Так, все, я отсоединил HDMI-ку. И теперь надо аккуратненько отсюда выбраться и подключить PS-ку и победить в этом сражении. Смотри, вон, лови его! Они несутся за мной, ребята. Надо быстренько разрисовать эту доску, типа я здесь уже был. И спрятаться в шкафу. Шкаф. Я напишу здесь, типа, я здесь уже был. Все. Вот здесь свет, все, ребята. Вылазим в шкафчик. Мне осталась одна доска, и я могу выходить из школы. Давай, может, здесь посмотрим? Давай. Свет. А, он уже здесь побывал. Разрисовал всю стену. Опачки, уже... смотри-ка. Может, он в шкафу? Посмотри. Вот здесь. Может, во второй двери нужно проверить? Остался последний этап. Это подключить все. Забаррикадируем, чтобы нам никто не помешал. Опа! Ну вот ты и попался. Иди, это не я. Иди. Давай, давай. Блин, ребята, все, я не успел, меня споймали. Пацаны, вы молодцы на самом деле. Но мне осталось разрисовать только одну доску. Все, заканчивай давай, я заканчивай, пойдем, все. Ребят, кабинет директора, смотрите. Давайте подойдем. Ну, вроде бы. Что-то есть. Дай. Я уже подумал, что это все. Короче, смотри, давай как-нибудь забаррикадирую полностью, чтобы сюда никто не зашел. Давай уйди эту защиту. Тебе сколько осталось поиску поиграть? Да. Все, давай выполняйте, вместе уйдем со школы. Все, мы зашли в Майнкрафт. Строим дом как в деревне. Так, ладно, дом-коробка сойдет. Обычный дом из Майнкрафта, реально, дом-коробка. Ну, бьяр. Надо сфоткать, чтобы было доказательство. Давай, сфоткай. А я, кстати, тоже записал свои эксперименты на телефон. Все, я сфоткал. Так, все, а теперь надо отсюда валить. Ну, если хочешь, можешь поиграть еще. Но я валю отсюда. Теперь давай, надо сбирай, просто сбирай. Забрать PS-ку, кстати, да, а то вообще забыли. Ты, мне кажется, мы по-любому выиграли с Лехой, потому что мы одни в кабинете директора. И кто к нам может прийти? Никто. Мы дверь забригадировали, все дела. А я там еще один провод забыл. Где? Он там. Да быстрее! Зажигай. Так, что там? Что, что? Нет! Ой. Вот Windows за 10 сигналов. Шевелись, там Леха остался. Ребята, что это? Что это за видос такой, когда мне так везет? Я полез просто провода поправлять. И они зашли в этот момент. Как они вообще додумали, что мы здесь? Окей, соединяем все проводки, валим отсюда. Итак, мне кажется, самый быстрый способ выбраться из школы, это, конечно же, через окно. И поэтому мы прямо сейчас это и сделаем. Эвакуируемся. Опа. Все, я победил. Я не знаю, даже кричать или нет. Давай, пошел, быстро. Спасите меня, заломали опять. Саня, не надо было качать. Давай, выходи, выходи. Хорошо. Выходи. Молчи. Ну, давай, давай, давай. Шевели. А что Стас не ломает? Потише. Меня? Ладно. Мы же уже выиграли, все, отпустите. Мы же уже победили. Я проиграл. Победили. Вас порудали вот и все. А мы на самом деле так и планировали. Вы их ловите двоих, а я один выигрываю. А вы сговорились, значит. Нет. Так мы типа сговорились, да? Ладно, в общем, ребята, я победил. Здесь мне вообще просто везло капец как. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы вам тоже так везло, подписывайтесь на канал. А если хотите еще, чтобы больше, то обязательно поставьте лайк. Ну а еще хотели бы поблагодарить учебно-педагогический комплекс «Альтернатива» за
то, что помогли нам снять такой клевый ролик. Ребята, поставьте вообще лайк, и с вами мы уже увидимся в следующем ролике. И напоследок. Что напоследок? Учи уроки. Учи уроки. Всем пока-пока.